прокачанной компании «Протима» у нас в Познани. Сегодня хочу представить вашему вниманию нашу новую модель центрифуги Start W2000. Это новая наша модель, миниатюрная. Как видите, она может поместиться между колесами большой центрифуги Торнадо W3300, длина которой 3,3 метра. А сегодня мы будем говорить о нашей маленькой центрифуге, малюткой, которая имеет длину барабана, рабочую длину барабана 2 метра 3 сантиметра. А длина всей машины составляет 2 метра 42,4 метра. Значит, покажем вам сейчас, как она работает, как отожмем один ковер, высушим его, покажем вам, каким сухим мы получим в конце концов этот ковер после отжима. Что еще сказать? Не копейте, она из оцинкованной стали, нержавеющей стали барабан внутри. Мощность двигателя 2,2 кВт. Ну вот, собственно, коротенькая презентация. Теперь, собственно, покажем, как она работает. Нажимаем дверь до самого конца и включаем старт. Как можете увидеть, нету никаких мокрых пятен, ничего нету. Ковер наш сухой практически. Нужно всего лишь пару часов хорошей солнечной погоды повесить его, чтобы он прошел воздухом, нагрелся, отдал оставшуюся влагу, и ковер готов, чтобы его отдать уже клиенту. Спасибо большое за внимание. Приглашаем на наш сайт, где можете посмотреть продукцию компании «Протима». Сразу же есть все цены. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь.